Пургина признала, рак берет свое. Однако супруга не дает актеру отчаиваться. 13 лет назад народный артист РСФСР Николай Караченцев серьезно пострадал в автомобильной аварии. Теперь у него нарушены важнейшие функции нервной системы. А в прошлом году при плановом обследовании врачи обнаружили в его левом легком неоперабельную опухоль. Мужественно преодолевать все эти невзгоды актеру помогает его супруга и коллега Людмила Пургина. В недавнем интервью она прокомментировала текущее состояние мужа. Известно, что после курса химиотерапии в Израиле новообразование уменьшилось. Но по возвращению на родину через 3 недели она стала расти. Она просто прикинулась мертвой и пошла в сторону, куда ей хочется, рассказала актриса. Тем не менее, за год опухоль стала меньше в 5 раз, что является большим достижением и дает все шансы на дальнейший прогресс. Сейчас каждый день Николай Петрович занят физическими и умственными нагрузками, а жена старается почаще выводить его в свет, знакомя с новинками в сфере искусства. Пургина также отметила, что сделать операцию ее мужу не получится. Он ее просто не перенесет. Преданная супруга готова глотки грызть за здоровье мужа. Она сделает все возможное, чтобы он одержал победу в этой непростой борьбе с онкологией. Мы же присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!